А понял я, как эта проточка получилась. Значит, вот, навернулась, ну лет 350 точно есть вот это вот, я не знаю, вроде елка, хотя может и не елка. Так, поводу, вообще на липу похоже. Вот еще одна такая, жили на березу даже, вот они две. Вот одна, вот вторая. Ну, лиственничная что-то. Да, вон лист облетает, я не знаю, что это. Нет, не береза. Наверное, липа все-таки. Слушайте, по листу не видно. И вот она сломалась, кусок ее упал, перегородил, часть еще упала там под водой, потому что это не вся верхотура. Причем свежая, вон еще не почернело дерево, то есть, может, весной. И получился вот такой, вон еще типа липа растет. Интересно как. Вот такой вот. Ну, я не знаю, тут грязюка, палки, попробую, но я там могу в грязюке застрять. И вот она еще пополомала мелких веток. Короче, караул. Ходить по горным речкам. Но это не горная, это таежная речка. Это вот грязище, говнище. Все, третью протоку я прошел. Мальчишки и девчонки. Их родители. И у меня барабан. Ну, таких явных поклевок рыбы я не видел. Конечно, я не спорю, тут много народу побывало. Вон дорога какая дальше идет, лесная. Дальше она там с грязью. Только на Шишиге, на Урале, на 131-м ездит. Может быть, на джипе, на крутом. Потому что не крутые джипы, я показал, где остались, да? Ну, я вижу два хороших еще места, куда кинуть можно. И можно сваливать уже, потому что 3 часа времени. А у меня уже урчит в животе, надо еще полчаса на обсушку. Как бы это, носки там. Еще мне вброд преодолевать пару луж таких солидных, холодный ручей, поэтому... И в гору лезть, блин, полчаса минимум, наверное. Поэтому как-то так вот, паскудненько немножко. Хоть бы что-нибудь зацепить, там, хоть бы символически, там, хвост 2. Вообще никак. А речка балдежная, вода холодная, все как надо. Ну и солнце появилось, солнце вообще. Хотя обещали на сегодня дождь. Вот вам дальневосточная погода, природа. Я хочу, кстати, это я вот со второй речки, вот здесь по острову туда вот пройти. Сейчас покажу вам еще. Ну, что-то на мушку нифига. Я хочу еще поставить блесенку, крутануть блесенку. А вдруг линки тут все-таки шугают всех. Вон там вон пара ямы, вроде там берега чистые. Ну, тоже продираться, я не знаю, получится, нет. Березы погнуты, блин. Все попадало, все переломано. Вот это вывал берез. И это падает. Да, ну все, 15:30, мое время катастрофически истекло. Я уже вон воблер с горя поставил. Ничего я пока не вылыл. Ну, здесь может быть хариус. Эх, черт, а. Елки-палки. Видите, это вот мокрая шла вода тут. То есть она так подровняла всю траву, которая на лето, за лето наросла. Вон, выломала. Это вот только что было, когда проходил циклон этот, киномор сумасшедший. И перед ним был сильнейший дождь, даже перед ним было еще сильнее. Ну, сейчас я еще по одной проточке, по средней гляну. Может, что приличное найду. Яму и блесну покидал, и воблер. Подхвата нет. Подхвата нет, даже намека нет. Конечно, можно было еще одну блесну попробовать. Но, с другой стороны, раз уж не берется никак. Оно хоть бы срывалось там и как-то обозначало себя. Она себя не обозначает, рыба. Поэтому маяться не будем. Ни мелкой, ни крупной. Вот мини-водопадики тут пошли. О, какие. Да, это мне надо там ниже переходить. Тут-то я не перелезу. Туда вот, на среднюю. Потом, правда, возвращаться. Потом, о, блин, нифига себе. Чуть тапочек не снял, еще и не грохнулся. Так. Вон что творилось. Все, надо помалеху выбираться. Ноги чуть согрелись, но сейчас все равно замерзну. Буду переходить. По воде там еще пройти чуть-чуть. Но зато я увидел столько интересного. И вам показал.